много букв. Не хочется буквы читать. Всем доброго времени суток, дорогие друзья. Продолжаем проходить с вами Dead Space 2, а мы продолжаем путь к тому, чтобы возобновить подачу энергии. Где? На транспортной станции? Да, на транспортной станции, и добраться до узловой станции нам нужно будет с вами вместе. Так, ну шо? Задача. Погоди, тут что-то есть? Силовой замок включ... А, не, шайбы тратить, да? Не-не-не, подожди, или что? Не-не-не-не-не-не-не, спасибо. Шайбы тратить мы не будем. И так сделали, и так усложнили прокачку. Мне нужно реально больше шайб на нее. Поэтому нет, не буду тратить вообще. Тем более там бизнесовая тема, там обмен, там голда будет. Типа там, не знаю, будет лежать 1000 голды. Когда я этот узел могу продать, в принципе, за большую стоимость. Какие-то патроны, зачем это надо? Типа, в чем смысл? Смысла в этом никакого нет, абсолютно. По патронам что у меня? А патронов нет. Только на винтовку. Это что такое? Пэнк всегда что-то прячет. Что это такое? Это продать? Как тебе это удается? Слышь, говно! Жду эту боль внутри, и ничего не отражается на твоем лице. Нельзя почему-то. Никто никогда не узнает, какую вину ты в себе носишь. Никогда не узнает, какие черные мысли тебя гложут. Ага. Расскажешь? Расскажешь? О! А мы добрались. Да? Или чё? Солнечный кластер. А, смотри-ка, мы походу добрались. Лады. Погнали делать дела. Восстанавливаем солнечные кластеры. Короче, поднимаемся, скорее всего, на самый верх. Да, настраиваем солнечные батареи. И чё, и всё. И энергия будет... поступать. Вон, смотри, что. 4 батарейки. Одна, кстати, работает, одна ориентирована, остальные не настроены. Что, садиться в эту шляпу мне надо? Для управления, или что? А, АФК? Все, понял. Ладно. Зона невесомости. О-о-о-о. И куда мне? Это мне туда? А что настроено здесь? Подожди. А, чего? Так. Элли, кажется, два зеркала повернуты не в ту сторону. Как он там? Он перестал лихорадочно дышать, но я не уверена, что долго протянет. Так и знала, что он лишь задержит меня. Если погибнет Строс, мы похороним и шанс уничтожить обелиск. Присматривай за ним и доберись до той панели. О! Где аптека, блядь? Сюда улетела в открытый космос, ты посмотри. Подожди, а куда мне топать? Что-то я, честно говоря, не особо понимаю. Но мне 70, смотри, у меня нормально, по воздуху вообще все шикарно. Че, куда поворачивать-то все это мероприятие? Типа они на друг друга должны быть настроены? А в чем вообще логика и... В чем толк? И чё? Непон. Да, все правильно, нет? Ну, смотри, он прям светит в нее. Он вроде должен светить, да, в нее прям? Ну что ты, господи? И чё? Вот так? А сейчас задохнусь. Задохнусь сейчас! Быстрее. Ой, все, умирает. Вот это я понимаю, это уже правдоподобно более-менее. Все. Ой, так, подожди. Ну, давай, ускоряйся. Тони Старк недоделанный. Ну, смотри, прям сюда. И что, меня облучит? Нет, не облучит. Блять, или облучает? Не, какая-то какая-то хрень. Ой-ой-ой, это что за блямба? Ты видишь? Ты видишь, что это?
А чё это? Разверни меня. Не, я не понимаю. Вот так? О! Смотри-ка, в натуре. Так, Элли, одно готово. Сейчас восстановим. Сколько патронов здесь? Стросс, мне не помешает твоя помощь. Он убьет Хорош. Меня. Я слишком слаб. Ничто тебя не убьет. А, деньги! Просто подойди и помоги мне. Угу. Не пойму, кажется, дверь что-то закрывает. Очень много патронов Господи, здесь. Да их тут сотни, тысячи. Они разбегаются. Элли, убирайся оттуда. Боже мой, они лезут сюда. Беги, Стросс, беги! Это плохо. Элли, беги, Стросс, беги! Нифига себе. Блять, согласен. Согласен абсолютно. Не, тут раз, слушай, столько... Ой-ой-ой-ой! Ку-ку, привет. Ебать, что такое, блять? Фак! Говно жопа. Так, минус, минус. Бахаем эту хреновину. Чё, высирает, смотри, высирает из себя. Ну все, ГГ. Все, ГГ! Все. Ничего, постреляем так. Куда, куда, куда? А ладно, мимо меня. Блядь, где эта хуйня? И чё она за это? Ку-ку. Фу, блядь. Это чё там был? Это человек бывший или чё? Жесть какая-то. Так, мне кислород нужен. Оксиджен. Все, оксиджен есть. Какой ужас. Подожди. Давай-ка мы полопаем это все. Патрончики мне. Аптека, конечно, нужна. Так. Эти светят. Вот эта шляпа не светит, да? Эту шляпу надо сделать. Ну, прикольно, прикольно, слушай. Блин, мне бы развернуться вот как-то. Как-то же можно было. Я что-то... Я уже забыл, честно говоря, как. Как тут разворачиваться правильно. Короче, просто тут нужно подбирать, чтобы она сама активируется потом. О! Хорош! Это возможно. Это возможно. Элли, превью. Нет. Только мы добрались до перехода, как вдруг ударил луч. Все. Айзек, эти твари все еще лезут в транспортный терминал. Они уничтожают все на своем пути. Мы сейчас с ума сходим. Беги к терминалу, встретимся там. С ума сходит. Так, задача. Все вижу. Поплыли быстрее. Давай ты, ёшки-матрешки. Кот и встал. А, ну все, хорош. Так, давай-ка аптеку маленькую, небольшую, маленькую используем. Все, погнали. Все, все ориентированы. Зона гравитации. Ну как мало восстанавливает, реально. Смотри-ка, ну-ка. Элли, реально мало. Айзек, надо рвать когти к правительственному сектору, пока нас от него не отрезали. Тебе не успеть. Я успею, успею. А сейчас было не закрыто? О, открыть в натуре. Ага. Это мы куда поехали? Ого. А зачем? Это куда мы летим? Ой, блядь. Это превью, может быть. Ёшки-матрёшки. Это куда я лечу? Ой-ой-ой-ой. Внутрь, по-любому внутрь. Оба, хорош, ультра хорош. Так, тихо, тихо, тихо. Нормально. Ты я прям вниз на город падаю, что ли? Жесть. Ультра мега жесть. Вот это тоже превью может быть. Да это ж смерть! Нет? Окей. Ультра хорош. Ультра хорош. Так,
Это взял. Так, да хренище их, да, здесь? Все, они походу... А, ну вон, мне напихали уже. Напихали. Уйму боеприпасов. А я слышу, вот видишь, энергию восстановили, сразу они засуетились. Элли, вы где? Мы снаружи, скорее! О, магазин. Так. Голда, естественно. Так, давай сначала сохранимся, потом в магазине походим. Потому что мы знаем, что нас могут жахнуть в этом магазине. Подкрадутся и все. И пиши пропало. Я не знаю, может не писать, конечно, но... 17 тысяч. Покупаю. Покупаю. А, ну и все. Так. Патроны пистолета берем. Ага, не хватает. Хватает? Не хватает. Ну и че, и все. Ладно. Все, выйти. Ну, нормально, закупились. Не, ну я пока похожу с пулеметом, окей. Давай еще раз сохранимся на всякий случай. А то потом опять придется запускаться, зачем? А это все 7-я глава, что ли, это продолжается? Ничего себе. Окей. Так, ребята, по одному сосунцы. Блин, вот это вот рейндж у нее, конечно, вообще гипер большой. Ага. О, транспортный хаб. Где? О, красавчики. Ебать, что происходит? Все горит, блядь. Что происходит? Ой, блядь. Дети ебаные. А где деньги? А, вот деньги. Блядь. Блин, прикольно, что с них хотя бы айтемы падают. Это просто живые сундучки. Айзек, я попробую открыть дверь Сиеси на твоем уровне. Ебать, обосрался. Держись. Ёб твою мать, блядь. Пизда мне. Чё разбушу? А чё он, блядь, бронебойный или хули? Я понять не могу. Алло! Блядь, от него патроны отскакивают. Ну ебанутый, хуй. Пытаюсь кормить ему свои коты, но... Пизда мне, вообще жесть. Еще живая мандавошка. Патроны мне. Фу. А чё не, я не понял, почему отскакивали патроны от них? Куда идти-то мне? Ёб твою мать, блядь. Ну как так-то? А, ну их дохренище, ладно, мы типа терпим просто. Блин, забыл... Да, у меня есть право доступа. Нотификацию убрать с телефона! Открывайся же, паскуда! Открывайся! Хуёвина. Ну, давайте, спамьте мне уведомления, конечно, конечно, спамьте. Все, патронов нет, блядь. Есть. А я сдохну. Открыла. Нахуй, я сдохну. Айзек, смывайся! Куда смывайся, блядь? Смываюсь. Айзек, беги! Ты их всех не перебьешь! Ладно, хорошо. Кстати, уведомление нужно отключить срочно. Конечно, начали. Только сел, начали спамить. Все, аптек-то нет. Все, нет аптек. А патронов? Да и патронов нет, поди. Ну да, патронов тоже нет. Вы уже там? Все целы? Пиздец, Айзек. Согласен. Пиздец. Спокойней. Все нормально. Нормально? Этим утром я заступила на смену с бригады в 30 человек. Я глазом не успела моргнуть. Сейчас. Как все они превратились в монстров. Убегая, мне приходилось отстреливать руки и ноги моих друзей. Понимаю, бывает. Они и сейчас валяются здесь. Возможно. Элли, мне очень жаль. Ничего не поделаешь, это жизнь. Я прошла по кругу. И вернулась на то же самое проклятое место. Мы выберемся, обещаю. Давай подумаем, где встретиться. Не, ну Айзек нормально хотя бы адекватность сохраняет. Тот-то вообще не алё. Ну а чё, инженер? В центральной части фабрики есть терминал. Скидываю координаты. Давай. Блин, как же хорошо со вторым монитором, а вообще... Вот просто реально, вот посидел там...
посидел 2 дня без монитора. Вообще невозможно. Ноль инфы. Ноль инфы, вообще ничего не понятно, ничего не известно. Тут прям сразу все наглядно, все видно. Как же это удобно. Ребята, если у вас только один монитор, и вы учитесь, там, не знаю, в школе, в универе. Я вот столько времени, как бы, ну, у меня не было с чем сравнивать. Что такое опять? Не было с чем сравнивать. Сидел на одном мониторе, и одногруппник говорит, типа, камон, ты чё? Второй монитор — это жестко must have. И вот как только я заполучил второй монитор, я понял, что это просто... Я был все время как без рук. Это все было мучение. Без монитора невозможно второго. Это вообще... Так, все, 6 тысяч кредитов. Ну сколько? 5 тысяч? Ну вы что, серьезно? Офигеть. Давай патрончики покупаю просто на всю котлету. Не хватит. Ну ладно, давай еще вот эти патрончики возьмем. Мне бы верстак, честно говоря. Мне бы, честно говоря, верстак. Так, ну и чё? Опа, сюда. Так, закрыто. Ага. А, ну сюда и не пройти. Окей, погнали. Дрянь поганка. Опа, силовой, да? Силовой, ха. Опа, аптечечка. Ну где? Все взял. Хорош. Давайте суйте, суйте мне. Мне ресурсы очень сильно нужны. Че, где еще что-нибудь? Что-то есть? Где-то что-то есть? Ничего больше нет. Понял. Понял, понял. И силовой замок, окей, не юзаем. А, все, пошли трансформироваться. Ой, блядство. Сзади, сзади, сзади. Непробиваемая ерунда просто. Еще, блядь, живой, что ли, нахуй? Ебанько! Ну все, мне пизда, мне пизда, мне пизда. Загрызли, загрызли, твари. Твари, просто твари. Блин, надо было стазис юзать. Ну что ж такое-то? Чё я так прошляпился? Стазис юзаем, и все. И силовой замок не нужен. Тихо. Все? Или еще? Берем, берем, берем. Блин, прикольно, что с них реально вторая еще. Второй айтем падает, когда ты его ломаешь. Это хорошо. Ладно, стазис сподмагнул мне. Это ультра хорош. О! Ага. Понял. А чё понял? Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой! Чё, выпал? Ну-ну-ну-ну-ну-ну-ну! С тузов кто заходит? А по-хорошему, на самом деле, можно было продать столько дребедений. О! С него никто не высрался, кстати. Прикольно. Соренсен, ты меня слышишь? Это Калет из первой смены. Парни, вам лучше двигать прямо за нами. Мы тут уже немало накрошили этих тварей. Калет, уходим! Где? К нам лезут новые гости! Я их уже вижу! Все, выдвигаемся, пошли! Все трещит по швам, Айзек, и через трещины просачиваются воспоминания. И когда они просочатся, я буду ждать тебя. Нормально, кстати, насыпали. Нормально, кстати, насыпали мне этих узлов. Честно говоря, куда он высыпал? Какой-то убежал, ушел. Ну ладно. Идем. Ой, блядь. Кто свет выключил? Только включал свет весь. Опять повыключали. Техники вообще работать не хотят. Все, я на мушке всех держу. К пульту топливной обработки. Ок.
О! Сюда! Дверь заблокирована. Она будет ждать. Похоже, последние, кто остался, оборонялись здесь. Кто она? Открыть с той стороны. Нет. Все цепи вы. Раздуплись, чел! Видимо, они взорвали панель, чтобы твари не пролезли. Вообще с ума сходит. После иглы. Выбраться можно только через. Еще один силовой узел, кстати. Она не рассчитана на пребывание там людей. Шаг 4. Но я хотя бы могу ее выключить. Хорошо, давай. Отключение. Возможно, калибровка системы без предупреждения. Шаги. Не пустит, да? Сбой энергосистемы. Я скоро буду. Строс, ты давай не дурей, ты нам нужен. Хотя зачем ты нам нужен? Вопрос, конечно, тоже хороший. О, сохранялочка. Ладно, хоть автосейф работает, не на меня не откатывает к сохранялке, к прошлой, меня хотя бы это, ну, дальше двигает. Это очень удобно, и они молодцы, что так сделали, честно говоря. Схема получена, контактные мины. Да не надо. Бесполезная вообще ерунда, честно говоря. Ой, блядь! Что это за хрен? Ооо! Ёпта мохнаточка, блядь. Пизда тебе. Ну, осаживай, говнина. Блядь. Сука, тварь ебаная. И тут, и там, козлы. Так, патрончики, конечно. Ну, щедрость. О, 2000 насыпало, кстати. 2000 насыпало, это хорош. Ха, я мог, на самом деле, вот этими вот штуками их всех побахать. Опа! Верстачок. Ну, давай качнемся. Я бы жизни так-то качнул выживаемость. Сколько? 6? Вот и смотри. Знаешь, сколько надо мне? Это вообще жесть. Ну ладно, здоровье окей. Винтовка импульсная. Давай ущерб еще качну. Все. Вон нормальная тема. Все, здоровье качнул, дэмэдж качнул. У меня сейчас обновилось хп. Я не помню, но надеюсь, я не хилился. Что за трэшер? Какой-то трэшер. Кажется, я забрел в тупик. Впереди какая-то система, видимо, вентиляционная. Верно. Прирученную остановку комплекса все клапаны закрываются. Тебе придется найти способ, как открыть люк. Ой. А, понял. А, да ты. Нет, да? Ага. А, так смотри. А чё не прицепляешься? Не пон. Чтобы прикрепить? А, прикрепил. Лады. Так. Бля, меня так перекручивает. Это, конечно, пепс. Не вставил, да? О, установил, найс. Или подожди, в какую сторону-то? Надо, наверное, сюда поставить их. Быстрее! Лучше. И чё, куда? А, всё правильно. Ой, бляха-муха! Твоя подруга выключила конвейер. Передай ей спасибо за то, что выдала твое местоположение. Я запустил цикл переработки, частью которого станешь и ты. Я вообще запутался. Это конец, Кларк. Дейтман, так не должно быть. Должно. И так будет. Прощай, Кларк. Можно мне перевернуться как-то, блядь? А, о! Зет. Это хорош.
Так, это мне. Это тоже мне. Все? Больше ничего здесь нет? Ну, как будто да. Быстрее. Хорош. Где? О-о-о! Я пон. Блять. Минус тварь. Элли, ты отрубить эти штуки можешь? А что здесь ничего не выпало? Ты как-то убедил систему в том, что я мертва, и теперь мои коды не работают. Надо же. Что-то приближается. Убедил систему, что она мертва. Я хочу, чтобы ты его увидела. Ты должна следовать шагам. Что? Ну нет. Заткнись. Ну с ума уже сошел, чел. Черт возьми. Блять. Очень не вовремя я это сделал. Хорош. Ультра хорош. Угу. Найс. Так. О. А куда? Ой, подожди. А куда? Да. Понял. Тихо. Патрончики. Сюда. Так, где еще? Внизу. Куда? Опа. Хо-хо-хо-хо-хо. Да какая красота, а? Опа, это возможно тоже превью. Жесть. Какой-то реактор, что ли, центральный или что? Пизда. Пизда. Ну пиздец. О, да ладно, да ладно. Взял. Нет аптеки? Нет аптеки. Это плохо. Блять, что я сделал? Давай, 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 давай. Одной хватает, нормас. Блять, вот так вот в космосе, конечно, пилой это и невозможно. Нет, нет, не все. Что-то сделать. Шаг 3, Элли. К двери, живи. Держитесь, я уже близко. Давай, что? Нереально, что-то вот этой пилой сделать нереально. А вот сейчас ладно, сколько у меня патронов для пилы? А, 15, ну ладно, окей, живем пока. Да все оставшееся продать. И все будет нормал дэнсно. Что это было? О, блядь. Срань. Нет патронов. Все, да. Не, силовые узлы насыпают. Это очень хорошо. Слушай, ну ладно. Беру свои слова обратно. И хотя бы их намного больше. Дают. Хотя бы. И тут у них еще будет силовой узел. Вы в порядке? Типа того. Всего 4 шага. Но не благодаря этому Шизику. 3-4. Шаг 4. Она будет ждать. Строс, ты как? Держишься? Ну да, по нему не видно. Что такое шаг 4? Кто будет ждать? После винтов. После иглы. Она будет ждать. Он совсем плох. Надо двигаться дальше. Выше есть грузовой транспорт. Использует те же пути, что и пассажирский. Шаг на нем 4. Доберемся до правительственного сектора. Угу. Но сначала надо вывести его из депо. Она смотрит. Сделай.
спрашивает. Оставайся тут и попробуй. Чё спрашивает-то хоть? Она будет ждать. Чё хоть спрашивает-то? Это другое место уже. Фак. А тот узел-то там был узел. А там было закрыто. Как мне было его взять, прикажете? Походу никак. Ладно. Найс. Добрался до ребят. Это уже кайфово. Ладно, я думаю, что мы на этом остановимся. Вам, ребят, большое спасибо за просмотр. Если вам понравился видос, то подписывайтесь, оценивайте его и комментируйте. А мы с вами встретимся в следующем прохождении Dead Space, в других играх и на стримах. Всем ба-бэ.